Всем доброе утро, ребят. На чем на сегодня обзорчик? Сразу же с немки начну. Обзор рынков. Также поговорим о дне замковладельца. Убрали у нас героя, по сути, навсегда. Посмотрим, какие там плюхи. Так, камешки получили. Ну, это немочка. Немочка, как обычно. Так, это бонусы, это, скорее всего, донатная акция. В общем, день замковладельца печальненький. Так, понятно все. Одна штука, офигеть. И порезали здесь награды. Это немка, я не знаю, сейчас посмотрим по других серваках. С 7 по 8. А, это, по-моему, магазин, если я не ошибаюсь. В общем, не видать нам героя, судя по всему, халявного. Жалко, что они хотя бы дали бы те героев, которых давали другим. Так, пиратик есть на немочке. Отлично. Посмотрим, какой пират. Ну, пират, как обычно, топовый. Скин землеройки, смотрите, можно вытащить. Вообще обалдеть. Вот это реально крутой пират. Роза, огник. А, зефир. Зефир, огник, вот это реально самый-самый крутой пират, который не есть сейчас на сегодня в игре, он на немецком, ребят, сервере, вот так вот. Такс, окей, остров, ну, остров на немке, топовый, так. Так, это у нас авиар, ну, авиара я уже показывал, плюс... Вот такие вот плюхи можно получить. Отсюда нету этого. Так, смотрим, что здесь. Ну, это паки. Паки тоже топовые. Они не поменялись со вчерашнего, еще сегодня идут. Наборы накопления. 3, 5 долларов. 12 осколков. Ну, самое основное здесь, посмотрите, сколько печенек дают. 15 тысяч кристаллов. 15 тысяч. Я офигею. Немцы гонят. Так, питомцы, окей. Понятно. Поехали на английский сервер. Или на русский, я уже русский нажал. И потом я вам покажу день замковладельца. Не знаю, так или не так, но, честно говоря, печально, что они врезали халяву. Халява довольно-таки неплохая. Могли давать бы просто героя какого-то. Думаю, даже обычный любой герой для многих был бы недостающим. Такс. Набор необычный, набор такой. Ну, здесь королева ос, роза, вольт. То есть, бескудненько. Необычное, временное, на редких героев. Разбей снеговика. Значки почета, ничего такого сверхъестественного. Так, парящий. С одним осколком. В общем, ничего интересного на русском сервере нет. Поехали на английский сервер. Там у нас сегодня битва гильдии. Я даже даф не выставил. Это просто жесть. Так. Tower, Treasure Chest, Lucky Flipping, Smash, Хрусталка. Хрусталки скины убрали. Пират. Может, пират хоть новый? Не, хроны этот. Ничего нового нету. Остров. Тут вообще остров без зефира. Два осколка дуэлянта. Печаль. Так, ну верхний пак вообще ни о чем. 800 пыльцы, у нас 4000 уже на складе завалялось. Зефирка. Ну вот этот пак за 50 еще более-менее куда не шло. Так, Ниманс пак. Такое себе. Штука. Ничего интересного.
Ну вот, неплохой пак за десятку. Так, и скины. Скины эти все у нас есть. Понятно. Так, что у нас по топу? О, проснулся Лаодай. Пусть просыпается. Так, а что у нас по битве гильдий? Надо будет... Ой, ё-моё. Ё-моё. Надо ставить срочно деф. Что у нас по противникам? 2-9, 3-1, 3-3. Серьезная гильдия у нас сегодня. Такс. Сейчас поставлю дефик. Быстренько, пока временно. Да, в принципе, тут ставим, не ставь, все равно все проходится на изи. Так, стрелок. Готов. Зефир. Зефиру поставим панчбокс. А, или даже вот так вот. Зефир готов. Огник. У нас будет с панчбоксом. Готов. Надо Фрэнка вернуть в строй срочно. Ужас, что у меня в центре творится. Надо будет сегодня потестировать командорку. И ставим ворожая. Так, все. Так, здесь есть. Ну, такое себе, ничего сверхъестественного. Поехали еще на Тайвань глянем и посмотрим на подарки, какие они. Что там интересного? АЭС у меня разрядился, телефон. Я, как обычно, задрочу Браво Старс, поэтому... Сейчас поставим на зарядочку. Просто что тут со шнуром уже творится. Такс. Такое себе. Такого интересного нету. Кстати, акция одна донатная непонятная появилась, новая. Но она уже прошла. Так, ну тут вот видите, 10-5-2 дает возможность собрать зефирку. Так, окей, поехали на... Так, сейчас я уберу себя. Итак, что у нас есть, как видите? Сейчас попробую увеличить, если получится. Если это оно так есть, то это печально. Ну, хотя, с одной стороны, что печально. Давай, увеличивайся. А, вот. Вот так вот. Какие плюхи у нас будут? 10... Вот они, даже сам не вижу.
Волчица, по-моему. 10 волчицы, 1000 камешков. Такое себе один для эмблемы, но ни о чем вообще. И пропуска плюс это. Ну, печаль. Реально, реально полная печаль, потому что оно нафиг, по сути, никому не надо. Это все срань. Дали бы лучше какой-то либо талант, либо эмблему, это было бы намного круче, чем то, что дали здесь. Здесь это не о том, и не о сём, и не туда, и не сюда. В общем, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Посмотрим, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.